Да, видно, видно. Так, ладно, в этом видео мы попробуем таким вот непрофессиональным кустарным способом объяснить, как делается сальто назад, бэкфлип. Первое, что хотелось бы сказать, не делайте. Понимаете? Слышишь меня? Не делай это. Так, ну ладно, если вы все-таки там проспорили или уж приспичило совсем, попробую дать вам пару советов, как выжить. Настоятельно рекомендую сначала посмотреть вот это вот предварительное видео. В нем самые какие-то базовые вещи по поводу отталкивания, посмотреть, чтобы было не скользко, нормальное дно. Ну, в общем, посмотрите обязательно. Перед тем, как делать любое вообще там сальто, разомнитесь. Найдите более-менее подготовленную поверхность и попробуйте сделать кувырок назад. Слегка оттолкнуться руками и самое главное, держите спину круглой и не задирайте голову, иначе вы ударитесь темечком об землю. Конечно, значительно проще было бы, если бы вы умели делать сальто на земле. Но боюсь, что вы не умеете. Для подготовки проще всего начать с батута, но я вам настоятельно рекомендую взять все-таки тренера. Короче, прежде чем сделать сальто назад, начните вот с такой штуки. А сальто потом... Так, главное сначала сделать толчок ногами. По возможности все это делается с тренером и со страховкой. Я мог бы рассказать о том, что сначала нужно встать так. Это выглядит вот так сейчас. Это вся техничная фигня, это, конечно, хорошо. Требует таких тем, на которые обычно времени нет. Поэтому попробую просто дать пару практичных советов. Главное, при отталкивании. Ну, конечно, чтобы поверхность была не скользкая. Главное, помните, вращение задается не головой. Вращение задается отталкиванием ногами, правильным заданием вращения через, ну, вокруг как бы центр тяжести, где-то здесь. На самом начале прыжка не надо вот так вот прогибаться, пытаться увидеть, что у вас там происходит за спиной. У вас здесь глаз нет. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что нужно оттолкнуться и задать вращение назад. В идеале, конечно, сделать что-то типа такого вначале, да, оттолкнуться. Но по большому счету руки это не главное. Главное, чтобы ваш корпус был ровно и задать вращение именно ногами. А вот как, например, вот на этом видео это делает толстый дядька. Что касается самого вращения, то, ну, возьмите просто группировку. Сильно не увлекайтесь там задиранием головы, это вам ничего особо не даст, кроме того, что вы потеряете свой. Ну и как бы практика, и достаточно легко сообразите, где открыть. На вход в воду не пытайтесь амортизировать, вода это не пол. А вход в воду должен сходить на прямые ноги, можно на пятки, на носки. В принципе, до высоты там 10 метров это особо значения не имеет. Руки либо вниз, либо вверх. Главное, не в стороны, не вперед, не назад, иначе вы отобьете себе здесь. На входе в воду не нагибайтесь, не наклоняйтесь вот так или не пытайтесь там перейти на задницу. И последствия они неизвестны. Вы увидели, как это делают люди. В общем, сейчас без всяких премудростей, просто основываясь на том, что я вам только что рассказал. И главное же безопасность.
вывод, главное без всяких премудростей, сильно не падайте и не спешите в самом начале полезть в сальто. Но, еще раз, лучше воспользуйтесь услугами тренера. Все, будьте здоровы.